похвала святой великомученицы Драсиди и опамятование смерти. Трудолюбивый из пастырей, увидев во время долгой зимы светлый луч и день потеплее, выводит овец из хлева и отводит их на обычное пастбище. Подражая им, и наш добрый пастырь вывел это священное стадо и духовную паству Христову на эти духовные пастбища святых. Хотя овцы насыщаются и стоя при яслях, но когда они выходят за ограды, тогда получают от полей большую пользу. С великим наслаждением, склоняясь и обрывая зубами траву, дыша чистым воздухом, взирая на ясные блестящие солнечные лучи, прыгая около озер, источников и рек, и самая земля, везде украшенная цветами, приносит им некоторое удовольствие. И не для них только, но и для нас в этом есть великая польза. Так как хотя и внутри предлагалась нам трапеза, полная духовных яств, но выход к этим святым имеет и некоторое душевное удовольствие, и пользу не меньше удовольствия. Не потому, что мы дышим чистым воздухом, но потому, что взираем на высокие дела этих доблестных лиц, восторгаясь не при водных реках, но при реках благодатных дарований, не склоняясь и обрывая траву зубами, но рассказывая о добродетелях мучеников, не землю видя украшенную цветами, но взирая на тела, преисполненные дарованиями духовными. И хотя каждый из мученических храмов доставляет собирающимся немалую пользу, но больше всех этот, как только кто-нибудь войдет в преддверие, тотчас множество гробов со всех сторон попадает на глаза, и куда он ни посмотрит, везде видит гробницы и памятники и раки отшедшим. А это созерцание гробов немало содействует нам в деле любомудрия. От этого созерцания душа, если она беспечна, скоро сосредотачивается, если ревностной бодрственно, делается более ревностной. И тот, кто оплакивает свою бедность от этого зрелища, тотчас получает утешение. И тот, кто превозносится богатством, смиряется и сокрушается. Взгляд на гробницы заставляет каждого из взирающих и невольно любомудрствовать о собственной кончине и убеждает не считать надежным ничего настоящего, ни скорбного, ни приятного. А кто убежден в этом, тот нелегко уловляется сетью греха. Посему один премудрый и предлагает увещание. Во всех делах твоих помни о конце твоем, и вовек не согрешишь. Сирахов 7.39. И другой, согласно с ним, высказывает такой совет. Соверши дела твои вне дома и окончи их на поле. Говоря не о чувственном пути, но об отшествии отсюда. Если мы постоянно и каждый день будем взирать на неизвестность кончины, то не скоро впадем в грехи. Ни радости житейские, ни состояния будут надмевать нас, ни скорби не излагать и смущать, так как конец тех и других неизвестен. Часто сегодня живущий не доживает и до вечера. Так, проводящим время внутри города, не очень удобно думать об этом и любомудрствовать. А те, которые вышли за стены его, пришли к этим гробницам и видели множество отшедших, и по необходимости, волей или неволей получают такие мысли от этого зрелища, а получив, делается возвышеннее и освобождается от пристрастия к предметам житейским. И не только будем мы получать такие мысли, но будем иметь и достаточное побуждение спешить и готовиться к вечному нашему Отечеству и устроять все, зависящее от нас для отшествия туда, познав, что если мы оставим что-либо здесь из нашего, оставленное принесет нам вред. Как путешественник, совершающий продолжительный путь и поспешающий в свое Отечество, непременно тратить и терять все, что он оставит в гостинице, так точно и мы теряем все, что оставим здесь из нашего ухода отсюда. Поэтому нужно отправлять туда одно вместе с собой, а другое прежде себя. Настоящая жизнь есть путь, и нет в ней ничего постоянного, но мы проходим мимо и скорбей ее, и радости. Потому именно я и люблю эту местность больше всех других, что не только при собрании, но и без собрания, часто приходя сюда, я постоянно вспоминал эти слова между тем, как глаза мои тихо, с великим безмолвием, взирают на гробницы и приносят душу, переносят к отшедшим и тамошнему их состоянию. 732. Потому я и удивляюсь этому доблестному отцу, Флавиану,
что он, воспользовавшись тихим днем, вывел нас сюда, под предводительством и руководством блаженной Драсиды, которой память мы совершаем. Подлинно, кроме вышесказанного, еще и другую, большую пользу можно получить от этого места. Когда мы, прошедшие мимо прочих гробниц, приходим к ракам мучеников, то наш ум делается возвышеннее, душа деятельнее, усердие сильнее, вера жарче. Так, когда мы обдумываем труды, подвиги, награды, воздаяние и венцы этих святых, то находим еще другое, большее побуждение к смиренно-мудрию. И хотя бы кто совершил великие дела, он станет считать себя не сделавшим ничего великого, сравнивая свою добродетель с их подвигами. И тот, кто не сделал ничего великого и доброго, не будет отчаиваться в своем спасении, получив от них мужество, побуждение заниматься приобретением добродетели и подумав в себе самом, что может быть случится ему когда-нибудь, если удостоит Божие человеколюбие, сделать такие же прыжки, вдруг зайти на небо и сподобиться того величайшего дерзновения. И размышляя об этом и другом гораздо более этого важном, они могут уходить отсюда. Смерть мучеников есть поощрение верных, дерзновение церкви, утверждение христианства, разрушение смерти, доказательство воскресения, осмеяние бесов, осуждение дьявола, учение любомудрия, внушение презрения к благам настоящим и путь стремления к будущим, утешение в постигающих нас бедствиях, побуждение к терпению, руководство к мужеству, корень и источник и мать всех благ. И если вы хотите, мы докажем каждое из этих выражений и скажем, как она бывает поощрением верных, дерзновением церквей, доказательством воскресения и всем прочим, что я сказал теперь. Итак, когда пойдут у нас в ход споры с язычниками и битва догматов, и станут они клеветать на нашу веру, то вместе с прочим представим им и это, то есть смерть мучеников, и скажем, кто убедил их презирать настоящую жизнь? Если Христос умер и не воскрес, то кто совершил это сверхъестественное дело? Относительно того, что не может человеческая сила в течение столь долгого времени убеждать столь много тысяч не только мужей, но и жены, безбрачные девы, малые дети, чтобы они презирали настоящую жизнь, смело шли на диких зверей, смеялись над огнем, попирали всякого рода наказания и мучения и стремились к будущей жизни, противники наши, даже не будут иметь нужды в наших доводах, но спросят самих себя и получат достаточное доказательство сказанного. С того времени, как пришел Христос, были неверные цари, были и верные, но из неверных большая часть ввергали верующих в пропасти, в костры, в бездны и в моря. Предавали бешенству диких зверей разнообразным наказаниям и мучениям, всеми способами исторгая веру из души их. Однако ничего не достигли, но отошли посрамленными, и хотя верующие были терзаемы всеми способами, но вера возрастала еще более. Благочестивый царь ни один никогда не решался наказывать и мучить кого-либо из неверующих, принуждая его отстать от заблуждения. И однако заблуждение и так само собой проходит и исчезает. А первое через самые препятствия возрастает и поднимается до неизреченной высоты. Причина же та, что в душах мучеников и живет, и действует Христос. Итак, когда скажут, что он не воскрес, то мы спросим их, кто же совершил эти дела? Мертвый, скажи мне. Но столько было мертвых, и ни один не сделал этого. Он был волшебник и заклинатель. Но было много и волшебников, и заклинателей, и обманщиков. И все они умолкли, и остатков их нет нигде. Но вместе с их жизнью угасли дела волшебства их. А дела Христова возрастают каждый день и вполне естественно, потому что эти тела совершались не волшебством, но божественной силой. Почему они не разрушаются, эти дела? Лучше я представлю в доказательство силы не то только, что они возрастают, но и то, что возрастает ко благу и к спасению нашей жизни. После его пришествия жители земли сделались из зверей людьми, или лучше, из людей стали ангелами, все истинно внимающие ему. Но, скажут мученики, были обмануты и обольщены, и потому презирали настоящую жизнь.
Затем первые не разубедили вторых, вторые – третьих. Но чем более продолжалось гонение, тем более возрастал этот подвиг. И никто в течение столь долгого времени не осознал заблуждения. Но где смысл в этом? Если они были обольщены, то почему бесы боятся праха их? Почему убегают от гробниц? Конечно, бесы не потому поступают так, будто они боятся мертвых. Вот тысячи мертвых по всей земле, и однако бесы бывают близ них, и многие бесноватых можно видеть живущими в пустынях и гробницах. А где погребены кости мучеников, оттуда они бегут, как от какого-нибудь огня и невыносимого мучения, возвещая громким голосом бичующую их внутреннюю силу. 734. Этим доказывается, что смерть мучеников есть обличение бессилия бесов, а что она служит обвинением и бесчувственности их, видно из следующего. Когда они, то есть мученики, будучи подчинены телу и естественным нуждам, окружены великим множеством скорбей и страданий, пророждая тленную жизнь, обитая на земле, оказываются так презирающими настоящую жизнь по любви, создавшему их Богу. А те, будучи свободны от плоти и всей этой скорби и страданий, оказываются так высокомерны и неблагодарны благодетелю, то какое оно будет иметь оправдание, какое прощение? Никакого никогда, потому что добродетель мучеников с великой силой осуждает злобу их, осуждает не только люди, людей, более ревностные, более беспечные, но ревность их и самих бесов осуждает. Это и выразил и Павел, когда говорил. 6.3, 1 Коринфянам. Разве не знаете, что мы будем судить ангелов? Не тем ли более дела житейские? Но как, скажешь, мы будем судить их? Не сидя, конечно, и требуя от них отчета, но наша ревность осуждает их беспечность. Это самое он выразил, сказав, если бы судили сами себя, то не были бы судимы с миром. И не сказал перед вами, но через вас. Равным образом, когда Христос говорит, мужи Ниневии восстанут и осудят род сей, то не в том смысле, что невитяне потребуют отчета от неверовавших тогда из иудеев, но что вера тех осудит неверие этих. От мучеников можно весьма многим воспользоваться и для добродетели, и для презрения настоящих благ. Когда ты видишь, что они презирали всю жизнь, то хотя бы ты был бесчувственнее и нерадивее всех, ты получишь самые возвышенные помыслы, будешь смеяться над роскошью, презирать деньги и пожелаешь тамошней жизни. Будешь ли в болезнях, ты получишь величайшее побуждение к терпению в страданиях мучеников. Будешь ли угнетаем бедностью или каким-нибудь другим тягчайшим злом, ты, взирая на величие причиненных им мучений, получишь достаточное утешение во всех постигших тебя бедствиях. Поэтому я особенно люблю дни памяти мучеников, люблю и приветствую все, но особенно, когда встречаются подвижницами женщины. Чем слабее сосуд, тем больше благодать, тем блистательнее трофей, тем славнее победа не по немощи естества подвижников, но и потому, что враг, чем одержал победу, тем же ныне сам уловлен. Через деву дьявол умертвил некогда Адама, через деву впоследствии Христос собрал дьявола. И тот меч, который был изощрен у него против нас, отсек голову дракона, подобно тому, как случилось и при Давиде. Как тогда этот праведник, подбежавший от всех голову Голиафа собственным мечом этого иноплеменника. Так точно и теперь. Женой дьявол победил, женой и побежден. Она была для него оружием прежде, она же теперь сделалась орудием его убиения, сосудом непобедимым. Первая жена согрешила, умерла, а эта умерла, чтобы не грешить. Та, возгордившись, тогда надеждой от пустого обещания попрала законы Божии. Это презрело и настоящую жизнь, чтобы не отречься от веры в благодетели. Какое же после того может быть оправдание изнеженным мужам? Какое прощение, когда жены поступают так мужественно, когда они так смело выступают на подвиги благочестия? Подлинно, ни пол, ни возраст и ничто другое не может воспрепятствовать, когда есть усердие, ревность и пламенная вера. Этим всем будем и мы приобретать себе благодать Божию, как было и с этой блаженной Дросидою.
У ней было слабо тело, беззащитен пол, несовершенен возраст. Но нисшедшая благодать покрыла немощь всего этого, потому что нашла ревность мужественную, веру нелицемерную и душу, готовую на опасности. 735. Нет ничего сильнее того, что с великой ревностью держит вкорененным в себя страх Божий. Но хотя бы угрожал ему огонь, или железо, или звери, или что бы то ни было другое, он презирает все с великой легкостью, как и эта блаженная Дросида. Когда тиран зажег костер, не вернул же он ее в пропасть, и не отсек ей голову, чтобы краткость мучений не сделала ее подвиг более легким, но, желая поразить ее ум и одолеть непорабощенную душу ее видом костра, бросила в середину его. И так, когда он зажег костер, и печь разгорелась, и пламя поднималось весьма высоко, тогда блаженная мученица, взирая на это, и сама воспламенилась ревностью и кипела огнем любви Христовой. Вспомнив трех отроков и помыслив сама в себе, что она участвует в их подвигах и возлагает на себя одинаковые с ними венцы, как пришедшее в исступление не видит ничего из видимого, так оно есть. Но хотя бы видели изощренный меч, прямо головой бросается на него, и хотя бы видели костер, или пропасть, или бездну, или море, или что бы то ни было другое, бесстрашно бросается на все. Так точно и она, будучи объята исступлением, не таким, да не будет, но другим, почтенным, более всякого благоразумия, погрузившись в любовь к Христову, не видела ничего из видимого, но, переселившись на небо и туда переместивши душу, смеялась над всеми бедствиями и считала огонь не огнем, а росою. Поэтому называет это костер и чистейшим источником воды, и некоторую дивную красильню и горнилом. Подлинно, как золото в горниле, так душа этой блаженной через этот костер делалась чистейшую. Вот ее и соевала, огонь иссушал кости, жилы зажигались, и телесный сок тек со всех сторон. Но вера души делалась более твердою и светлою. Враги, взирая на это, считали ее погибшей, а она больше очищалась. И как несведущий человек, стоя и видя золото растаявшим, текущим и смешивающимся с пеплом, считает его погибшим и испорченным. Но художник, и вполне опытный в этом, знает, что таким образом оно делается более чистым, и после раскаливания извлекает и собирает его совершенно светлым. Так точно и в отношении к ней неверные, видя плоти истывающие и растекающиеся, думали, что она делается пеплом и прахом, а верные очень хорошо знали, что истоевая, она отлагает всякую нечистоту и восходит светлейшую, получив бессмертие. Даже на самом костре прежде воскресения она одержала немалую победу над противными силами, так как плоть ее, разрушаемая огнем и издававшая треск, обращала их в бегство с великим превосходством. И как мужественный воин, облегшись медным оружием, самым видом и шумом оружия, поражает более боязливых из противников, так точно и тогда блаженная Дросида треском своей кожи обращала в бегство те силы, и не только одним этим способом, но и другим не меньшим этого. Лишь только она вошла на костер, как дым, поднявшись на высоту и распространившись в воздухе, задушил всех бесов, летающих в воздухе, прогнал дьявола, очистил естество самого воздуха. После того, как воздух был оскверняем дымом идолов, поднялся другой дым, который очистил приставшую к нему от них нечистоту. И сравнение с источником может быть приложимо к этому костру. Как бы, сняв одежды при источнике и омывая в нем тело, так она в этом пламени, сложив свою плоть, легче всякой одежды и осветив душу, поспешила к жениху в сопровождении священосцев. Если уж ангел отвели того, покрытого язвами Лазаря на лоно Авраамова, то тем больше ее сопровождали они, как телохранители, взяв ее из пламени, как бы из какого-нибудь священного убежища и брачного чертога, и возводя к вышнему жениху. А почему я назвал этот костер также красильнее?
потому что она, как бы в какой-нибудь дивной красильне, сделавшись царской багряницей, отправилась к Вышнему Царю и с великим дерзновением вошла на своды небесные. Между тем, как сам Христос невидимой рукою поддерживал святую голову мученицы и крестил ее огнем, как бы водою. О, чудный костер! Какое сокровище содержал он, этот прах и пепел! Дорогой более всякого золота, благовоннейший всяких ароматов, драгоценнейший всяких камней. И в самом деле, чего не может сделать богатство и золото, то могут останки мучеников. Золото никогда ни болезни не исцеляло, ни смерти не прогоняло, а кости мучеников совершали и то, и другое, одно при наших предках, другое и при нас. Это не только мы, но и жившие прежде пришествия Христова праведники умели понимать вполне точно. Так, когда все выходили из Египта, и одни уносили золото, другие серебро, тогда Моисей вместо всякого богатства взял и нес кости Иосифа, относя в них с собой домой сокровище величайшее, исполненное бесчисленных благ. 737. Но, может быть, кто-нибудь скажет, для чего же он перенес их из Египта Палестину? В день памяти мучеников особенно нужно исследовать это. Многие, весьма заботясь о своем погребении, завещали родственникам, чтобы, если им случится скончаться в другом месте, они перенесли их для погребения домой. Потом, укоряемые за это от нас в малодушии, прикрывались от нас этой историей. И когда мы говорили, что нет никакого различия, дома ли кто или в чужой земле получит погребение, они говорили, если нет никакого различия, то для чего же Моисей, взяв кости Иосифа, перенес их из Египта в Палестину? А я скажу еще больше, что не только Моисей взял их, но что Иосиф, умирая, завещал, а это действительно более важно. Бытие, 50 глава, 24-25 стих. «Когда посетит вас Бог, то вынесите кости мои». Для чего же этот завещал, и тот послушался? Сказанное достойное исследование. Что говоришь ты? Патриарх, презиравший настоящую жизнь и пренебрегший всем, которого недостоин был мир, странник и пришелец, промышлявший ежедневно о небесном, помышлявший о нем, взиравший на Вышний Иерусалим. Этот, доколе жил по страху Божию, потерял и отечество, и свободу, жил в темнице и не был увлечен в тамошние козни. А когда готовился умереть, то становится так мелочен, что так много заботится о перенесении костей своих, и за столько времени повелевает вынести останки его. Кто может сказать это? Какая была прибыль или какая польза умершим от перенесения костей его? Почему же он завещал это? Не о костях своих вовсе заботясь, но можно сказать, что боясь и нечести египтян. Так как он сделал много великих благодеяний, был и питателем их и покровителем, нашел величайшее облегчение от голода. И то, что никому не было известно, он первый и один открыл и всем объявил, истолковал сновидение, не только предсказал голод, но и предложил достаточное врачевство против него, так наполнив житниц египетские, что никто не чувствовал наступления голода. То, чтобы за величие благодеяний не быть признанным по смерти за Бога, ведь те варвары легко делают из людей богов. Он, отнимая всякий повод к нечестию, и повелел перенести кости домой. Это одна причина, можно сказать, и о другой, несомненной, потому что ее можно доказать писаниями. А какой же именно? Он знал, слышал от отца, а тот от деда узнал, исшедшее к нему слово, что египтяне будут много лет порабощать и притеснять евреев. Бытие 15.13. «Сказал Господь Аврааму, знай, что потомки твои будут пришельцами в земле не своей, и поработят их, и будут угнетать их 400 лет». Поэтому, чтобы они, изнемогая от продолжительности времени и не перенося бедствия, не отчаялись в своем возвращении и не пали духом, он, давая им величайший залог надежды, предсказал о возвращении костей своих, дабы они, помышляя в самих себе, что если бы праведник не был крепко и вполне убежден, что все мы возвратимся, то он не завещевал бы о костях своих. Имели несомненные доказательства и твердую надежду на возвращение в Отечество. И что это истина,
и что поэтому он предсказал о костях своих не о погребении заботясь, а принимая меры против их неверия. Послушай, что говорит Павел. Вера Иосиф при кончине напоминала об исходе сынов Израилев и завещевал о костях своих. Евреям 11:22. Что значит верою? Как бы следующее. Он предвидел, что должно было случиться спустя долгое время, и то, что потомки его непременно вновь займут родину. И вот чтобы указать на это, он предсказал то и другое. И чудно и дивно было видеть, как при исходе были несены его кости. Тот самый Иосиф, который свел евреев в Египет, опять предшествовал им при возвращении, укрепляя в них терпение и надежду на будущее. Видя перед глазами своими эти останки, затем вспоминая всю эту историю, размышляя сами себе, как он подвергся козням от братьев, был ввержен в ров, подвергался крайним опасностям, жил в темнице и о всем прочем, случившемся с ним. Потом, представляя, как он после всего этого сделался царем и первым в Египте и попечителем и покровителем столь многих, они имели достаточные надежды на избавление от бедствий, постоянно постигавших их, научаясь от костей праведника, что никто из веровавших в Бога и ожидавших от него помощи никогда не был им оставлен. И подлинно, хотя бы что-нибудь прискорбное и неожиданное и случилось между обещаниями и их исполнением, оно никогда не может лишить надеющихся желанного конца, но непременно случится то, что предсказано вышним приговором, и сделает славнейшими ожидающих терпением всего предсказанного Богом. Поэтому Иосиф и заповедовал о костях своих. 739. Итак, не будем так много заботиться о погребении дома и станем трепетать не перед смертью, а пред грехом. Не смерть родила грех, но грех произвел нам смерть. Смерть же стала врачеством греха. А что нужно бояться не смерти, но греха? Послушай, что говорит пророк. Честна пред Господом смерть преподобных его. Псалом 115:6. И в другом месте смерть грешников люта. Псалом 33:22. Видишь ли, что внимательные к самим себе могут получить от смерти даже величайшую пользу, а беспечный, нерадивый принимает ее в виде наказания. Не попросту я веду речь и об этом предмете, но так как многие, слышу я, часто говорят о родах смерти, и одних из них, которые на самом деле не позорны, стыдятся, а других, достойных величайшего осуждения, не порицают, то ради этого я хочу сегодня исследовать этот предмет. В день мучеников благовременно этого рода любомудрие. Я слыхал много говорящих, хуже собаки умер такой-то в чужой стране. Никто из родственников не был при нем и не предавал его земле. Но едва они, многие соседи, созвали друг друга, как-то склочину одели его, и таким образом он предан был погребению. Посему, чтобы это не огорчало нас, необходимо исправить это мнение. Не это, о человек, значит умереть хуже собаки. Умереть хуже собаки, значит умереть во грехе, а не окончить жизнь в чужой стороне. Не говори ты мне о том, кого несут на позолоченном ложе, в сопровождении всего города, кого словословит народ, на кого набросаны в великом изобилии шелковые золотые одежды. Это значит не что иное, как только предлагать обильнейшую трапезу червям. Не указывай мне на него, но покажи мне этого самого человека, сопровождаемого с такой почестью в тот день, когда Христос сядет на высоком престоле, когда его введут, призовут, потребуют отчета в том, что он говорил, что делал, что думал. Тогда никто из этого множества народа не защитит его, не избавит его от наказания и мучений, не помогут ему эти возгласы и словословия. Но с поникшей головой, с боязнью, со стыдом от обвинений за дела свои, он будет отведен влекомый злыми силами в бесконечные мучения, жесточайшим скрежетом зубов, бесполезно, наконец, рыдая и терзаясь от невыносимых страданий. Таково тамошнее, но и здешнее право также невыносимо. После словословий, произносимых при всех за деньги или по какому-нибудь страху, все, услышишь, будут порицать его и на улицах, и на торжище, и дома, и в гостиницах, и в мастерских, и на пути, и в селениях. И везде каждый из проходящих с великим страхом будет рассказывать ближнему и говорить,
какие он получит мучения, какие встретит его наказания, какие теперь ждут его страдания. Какая была ему польза от настоящей жизни? Какое приобретение сделал он от любостяжания? Он отошел, оставив богатство другим, а сам погребен, взявши с собой грехи. И много со всех сторон обвинителей его, сострадающих, обиженных, хотя и не испытавших ничего худого. Как при благодеяниях и те, которые ничего не получили, сорадуются получившим и восхваляют благодетеля, так и при обидах. Даже и те, которые не потерпели никакого зла, сострадают потерпевшим и порицают причинившего обиды. Посему и говорит пророк: смерть грешников люта, как по причине здешних порицаний, так и по причине тамошних наказаний. Итак, этот вот умирает хуже собаки. А с праведником не бывает так, но хотя бы он окончил жизнь в пустыне, хотя бы никто не одевал его, хотя бы никто не присутствовал, он отходит, получая достаточное погребальное платье. Дерзновение пред Богом имеет дивный вынос от ангелов, которые присутствуют и руководят душу его, как я прежде показал это на Лазаре, и оставляет бесчисленных хвалителей его жизни. И хотя бы оставил он детей, все жители города будут покровителями их и попечителями, воздавая им по благорасположению к отцу. А тот, кто умер во грехах и корыстолюбии, если отойдет, оставив детей, то оставляет их наследниками вражды к нему и покидает среди неприятелей. Если же окончит жизнь бездетным, то в зданиях и в прочих владениях, которые он приобрел, хищением и любостяжанием, оставляет бессмертное себе осуждение. Совсем не то праведник, но и по отшествию он приобретает величайшее благо, принося пользу всем живым через воспоминания об его добродетели и делая их лучшими, между тем, как порочный и в этом отношении наказывается. Потому что те, которые везде оставляют следы своего любостяжания, не только при жизни, но и по смерти вредят многим. Итак, зная это, будем считать несчастными не умирающих в чужой стране, а умирающих во грехах, и ублажать не тех, которые отходят дома и на постели, а тех, которые отходят с добродетелью. И сами будем заботиться о добродетели и избегать порока, потому что первое приносит пользу и живым, и отшедшим, а последний вредит с обоих сторон, подвергая их позору и уводя к вечным наказаниям. Бог же, удостоивший и эту блаженную, собравши нас сегодня, предпринять и совершить подвиг, победить и быть увенчанную, да удостоит и нас всех вообще возможности, совершив настоящую жизнь согласно с его повелениями и заповедями, войти в тот день в обители этой святой и насладиться бессмертными благами, которых досподобимся все мы благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, с которым Отцу слава со Святым Духом во веки. Аминь.